Привет всем, друзья! Рад видеть вас на очередных полезностях. И тема сегодняшней встречи – Down Body Groove под названием «Rocking Side to Side». То есть сегодня мы будем с вами трясти телами из стороны в сторону, и для этого нам что потребуется? Во-первых, конечно же, встать так, чтобы ноги были на ширине нашего таза. Второй момент. Смотрите, мы сейчас постараемся с вами отодвинуть наш таз в сторону. Давайте попробуем. Давайте все вместе в одну сторону сделаем. И в другую. Я думаю, здесь особых проблем у нас не возникнет. Почему? Потому что мы это уже с вами тренировали. Правда? То есть мы уже знаем свои мышцы, знаем свои ощущения и знаем пространство вокруг себя. Окей. Теперь смотрите, маленький секрет. Попробуем на раз выдвинуть также таз в сторону, но при этом встать чуть-чуть на носочки. Буквально немножечко. Пяточки оторвали от пола, таз ушел наверх. И вот такой позиции немножко постоять. На два возвращаем таз назад, пятки опускаем на пол. А вот на три обратите внимание, что мы делаем. Мы делаем небольшой присед, ноги, колени так не раздвигаем. Ноги у нас между коленками невидимая такая струна, она не дает коленям гулять из стороны в сторону. И таз смещаем, соответственно, тоже в сторону, но уже в позиции присед. Ноги в коленках выпрямляем, таз возвращаем в исходную позицию в сторону. Для нас это налево. И снова вверх, в сторону, вниз, в сторону, вверх, в сторону, внимательно, вниз, в сторону. Давайте еще раз разберемся. Фактически, вот этот вид грува – это объединение двух видов грувов. Это баунса, где используются ваши колени, и вы опускаетесь сверху вниз, да? И грува под названием side to side, когда вы двигали тазом из стороны в сторону. Вот если объедините эти два вида грува, получится следующее. Вверх, центр, низ, центр. Центром я называю как бы такую стандартную нейтральную позицию, когда ноги сильно не согнуты и пятки, соответственно, не оторваны от пола. Вверх и низ и вверх и низ и вверх и низ и вверх, низ. Напомню, мы сейчас разбираем механику. Вверх, вниз. Что будет, если мы не будем отрывать наших пяток от пола и не будем приседать? Смотрите. Будет просто side to side. Чтобы разнообразить этот грув, мы поднимаемся вверх, опускаемся вниз. Теперь поговорим о секретах. Значит, когда зритель смотрит на нас, на танцоров, в первую как бы очередь зритель видит изменение контура нашего тела. То есть чем интереснее, чем сложнее будет меняться наш контур, тем мы более будем привлекательны для внимания зрителя. Вот давайте вот эту концепцию сейчас разовьем. Смотрите, когда вы двигаетесь вверх, здесь весь контур, линия контура, да, она читается по форме вашего тела, по форме вашего таза. Таз хорошо смещается наверх, такая крупная вот форма, такой вот большой периметр, да, такая вот линия огромная, дуга, ее хорошо видно. Теперь эту дугу мы ломаем. Вторую дугу зритель видит вот по форме вашего таза, который отклонился в другую сторону. Теперь, если мы попробуем таз далеко отвести и при этом согнуть колени, у нас ничего не получится. Но контур нужно как-то поменять. Поэтому секрет следующий. Мы здесь, несмотря на то, что вроде бы смещаем таз, тем не менее, зритель видит нашу смену нашего контура по форме наших коленей. Давайте от теории перейдем к практике еще раз. Здесь видно таз, таз, а здесь видно больше колени. Но таз мы тоже немножко смещаем. Потому что некоторые делают вот так, смотрите. Таз, таз, колени. Таз, 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 колени. Нам это не подходит. Везде работает таз. Давайте еще раз медленно попробуем. Механика. Вверх, бок, низ, бок, вверх, бок, низ, бок. Раз, и два, и три, и фо, и раз, и два, и три, и фо, и. Окей. Здесь тоже можно менять баланс. Хотя это не так легко, как может показаться. Давайте попробуем делать, сейчас начнем делать грув, да? Но при этом постараемся весь вес перенести на одну из ног, а потом, соответственно, на вторую. Окей? Механика. Раз, и два, и три, и фо, и раз, и два, и три, и фо,
и раз, вперед, два, и три, и главное не свалиться, раз, и назад, и три, и вот, и раз, и два, и три, и вот, и раз, и два, и три, и стоп. Я думаю, мы достаточно хорошо механику рассмотрели, сейчас можно перейти к активным действиям. Значит, данный грув совершается в потоке восьмушек. На первый счет вы поднимаете таз наверх, хотя можно рассмотреть вариант, когда на раз вы опускаетесь вниз. Это ваш выбор, ваша хореография, ваша импровизация. Окей? Раз, и два, и три, и фо, и раз, и два, и три, и фо, и два, и... Опять руки нам помогают не свалиться. Раз, и два, и три, и фо, и мелко. Мелкая амплитуда, средняя и гигантская. Меняем баланс. Улыбка. Вперед. Так и хочется упасть. Назад. Совсем мелко. Ага, стараемся пятки все-таки здесь сильно не отрывать. Я имею в виду про уровни, когда мы делаем в среднем уровне, либо внизу. Можешь добавить голову, немножко плечи. Побалдеем. Окей. Что мы сегодня с вами разобрали, с чем познакомились? Down Body Groove под названием Rocking Side to Side. Для этого мы использовали движение таза, смещали таз из стороны в сторону и при этом меняли уровень. На первый счет мы смещали наш таз. Для нас это было направо, для вас через экран это было налево. Конечно же, очень важно это уметь делать и на другую сторону. Но давайте это будет у нас домашнее задание, поэтому, пожалуйста, не ленитесь. Обязательно разберите то, что мы сегодня с вами рассмотрели. Рассмотрите это дело в другую сторону. А мы с вами прощаемся и уже увидимся на следующих полезностях. Всем пока, всем удачи, не ржавеем, peace.